А вот я из Тира приблизилась к нашему шисплацу. Вот тир, в котором мы стреляем. Один из тиров, потому что их несколько. Вы слышите? Стреляют. Про грибы я уже забыла. Иду с тремя обгрызенными шнеками, грибочками и с кучей мха, которого набрала посадить для икебаны, для своих композиций. Золотая осень, бабье лето. 14 октября. Не могу, думаю, что... Ага, вот тоже шисплац. Сегодня много людей, машин много стоит. Осень золотая. Йо-йо-йо-йо. Ах так. Шисплац. Там я не показала, кто-то, видно, хотел перелезть, разодрал рубашку, сейчас даже вернусь, увлеклась и забыла показать. О, где же оно? Было в самом начале, когда я спустилась с горы. Вон оно висит. Кто-то лез через колючку, разодрал свою рубаху. Так она осталась. Все. Ну что, пока они стреляют, я еще сделаю попытку углубиться в лес. Только, наверное, с другой стороны. Сейчас я выйду на дорогу.